Губернатор Приморья Олег Кожемяка вручил удостоверение многодетным семьям края. Торжественная церемония состоялась в стенах правительства региона. Приморский край тоже является и пилотным проектом по некоторым направлениям поддержки многодетных семей, поддержки семей, где рождается третий ребенок. У нас действует 27 мер поддержки по различным категориям. И могу сказать, что, наверное, каждая вторая семья имеет те или иные социальные льготы, которые позволяют где-то проезд на транспорте, где-то питание, где-то ребята занимаются спортом. И, безусловно, поставлена задача, чтобы все дети в школах и в секциях занимались бесплатно спортом. Все многодетные семьи, которым губернатор вручил удостоверение, живут в разных муниципалитетах края. Так, в семье Абрамовых из села Самарка Чугуевского округа воспитываются 10 детей. Супруги награждены почетным знаком «Родительская доблесть» первой степени. В семье Песцовых из Уссурийска воспитывается 5 детей. Семья стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в прошлом году. Семья Устиновых из Арсеньева, награжденная орденом «Родительская слава», является частью большой семьи Марушенко. У них 11 детей, 66 внуков и 5 правнуков. Те меры, которые принимает правительство Российской Федерации, президент и правительство Приморского края, позволяют видеть перспективы этого важнейшего направления — многодетная семья. Поэтому я от всей души поздравляю вас и с вручением новых удостоверений, вот, и с этим статусом, с теми наградами, которые вы получите от федерального уровня и от краевого. Спасибо. 2024 год объявлен годом семьи. В Приморском крае работа по совершенствованию системы мер поддержки, оказываемых семьям с детьми, ведется постоянно. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.